Так вот о матче в Ростове. Напомню, что в субботу ЦСКА одержал в этом городе победу над одноименной командой 2-1 и закрепил лидерство в чемпионате России. В общем, сомнений в том, что ЦСКА станет чемпионом страны, нет уже, наверное, ни у кого. Тем не менее, в некоторых средствах массовой информации, в частности, на интернет-газете «Спорт сегодня», появились размышления о том, что матч получился немного странным. И действительно, когда Ростов за 10 минут до конца сравнял счет, возникло ощущение, что ростовские защитники просто-таки расступаются перед соперниками, чтобы те сумели пробить ворота в оставшееся время. Ну или для чего-то другого расступаются, но расступаются. Примечательно, что центральные спортивные газеты тему просто на корню проигнорировали. Но у нас есть определенный долг. В конце концов, впервые удивился пассивность ростовских защитников и некоторым другим обстоятельствам матча именно наш канал «Наш футбол» устами комментатора матча Александра Шмурнова непосредственно в прямом эфире. Сразу оговорюсь, у нас нет ровно никаких фактов, позволяющих обвинить команды в сговоре. Мы говорим всего лишь о странном характере игры, о странном поведении на поле футболистов. Вот смотрите, как бьет пенальти, заработанный, кстати говоря, Иса Каньендой. Запомните, что это был Каньенда, Тимофей Калачев. Он бьет прямо в вратаря, и только когда мяч снова откатывает к нему, он попадает в ворота вторично. Тут самое интересное лицо у футболиста. Ну, посмотрите, пожалуйста, вот так отмечает забитый гол парень, который только что поразил ворота лидера чемпиона. Может быть, Тимофей Калачев просто интроверт, и ему вообще не слишком свойственны эмоциональные проявления. Знаете, это оказалось не так легко проверить, потому что Калачев вообще забивает довольно редко. Ну, кстати, и в этой среде тоже гол ворота ЦСКА, только второй у него в чемпионате. Ну, чему тут радоваться, правда же? Первый гол, к сожалению, в чемпионате Калачева был неудачно снят, и реакции футболистов и трансляции просто нет. Но вот, пожалуйста, гол Калачева в прошлом сезоне за Химки. Нормальный гул, нормальная человеческая реакция. Давайте теперь посмотрим, что происходит на поле, когда Ростов сравнивает счет. Это действительно интересно, хотя бы потому, что является примером, как играть в защите просто нельзя. Вот удар головой Дуду с очень близкого расстояния. Обратите внимание, Дуду бьет без помех, при том, что прибывающего головой встречается крайне редко. Это ведь стандартное положение, и здесь каждый играет с каждым. И Дуду едва ли не главная опасность от армейцев в таких случаях. Конечно, можно сказать, что ростовчане устали. Но ведь их здесь не в беге обгоняют, это статичный эпизод. И ладно бы Дуду у кого-то борьбу выиграл, там борьбы просто не было. Но это еще не самое удивительное. Вот момент, когда армейцы забивали свой первый гол в этом матче. Посмотрите, тут будет достаточное количество повторов, пока я говорю. Мяч над вратарской. Здесь 4 игрока ЦСКА и только один игрок Ростова. Один! При этом нападающий. Этот нападающий Каньенда, между прочим. Тот самый, который неожиданно заработал пенальти при счете 1-0. Который фактически сравнял счет. Именно Каньенда борется здесь с 4 соперниками на угловом. Только один Каньенда. И больше там нет никого. Я предлагаю вам вспомнить, друзья. Все-таки мы на футбольном канале с вами встречаемся. Когда вы видели, чтобы на угловом, без внимания защитников, практически во вратарской площади оставалось неприкрытыми сразу 4 игроков соперника, компактно расположенные. Ну, согласитесь, тут есть чему удивиться. А если вы не удивляетесь, я вас искренне прошу, честно, напишите нам в конференцию канала НТВ+, в футбольный раздел, как давно, в каком матче, ну, на нашем канале, чтобы могли найти, а мы тебе очень много футбола показываем, когда и где вы видали что-то подобное. А теперь главный вопрос. Вот это все, эти синглюдения, это что-то означает? Ну, друзья, с этим точно не к нам. Мы футбольная программа, и от собственного футбола отходим довольно редко. Все наблюдения, которые мы делаем, они относятся исключительно к игре. И они таковы, что не удивиться им просто невозможно. Если вы думаете иначе, я научил вас, что делать. Пишите на нашу конференцию, где и когда вы такое видели. Повторяю, 4 футболиста атакующей команды на угловом в вратарской без присмотра. И вот единственная, извините, не футбольная вещь, о которой я вам расскажу. От хорошо информированного человека, имя которого я не обязан раскрывать по закону о печати, я узнал, что после матча в раздевалке ростовского клуба разгорелась грандиозная драка. Повторяю, это вещь, которую я знаю из вторых уст. Это невозможно проверить. И я не собирался вам об этом рассказывать. И не собрался бы, если бы сегодня не прочел на ленте новостей, что Каньенда, тот самый парень, который, как нам показалось, в течение матча все время шагал не в ногу с остальной командой, Каньенда пропустит ближайший матч чемпионата России из-за сотрясения мозга. И стоило мне произнести это вслух, как наш корреспондент, работавший на матче Ростов-ЦСКА, немедленно вспомнил, что Милан Вьештица, который давал интервью ему после этой игры, вышел из раздевалки с подбитым глазом и попросил снимать его так, чтобы синяка не было видно. Мы уж это показывать не будем, и так в эфире было это интервью, но вы можете вспомнить, что Вьештица и правду давал нам это самое интервью в полоборота к камере. Сотрясение мозга Каньенды официально объясняется тем, что он столкнулся головами с Алексеем Березуцким и поэтому был заменен сразу после заработанного им пенальти.
Мы сегодня специально проанализировали кассету с матчем Ростов-ЦСКА. Ну, согласитесь, если человек получает сотрясение мозга, то это может быть только в борьбе за мяч. Это же не нога, которую можно на ровном месте подвернуть. Такая борьба за мяч всегда в кадре. И вот единственное жесткое столкновение Каньенды на втором этаже, которое нам удалось обнаружить в этом матче. Обратите внимание на секундомер. Идет 35-я минута матча. Можно ли предположить, что Каньенда отыграл сотрясение мозга еще почти час игрового времени и пенальти заработал, и за верховые мячи своей штрафной боролся? Можно ли это предположить? Конечно, можно. Предположить можно все, что угодно вообще. Оставим информацию о драке, как бы она ни подтверждалась косвенным образом, за скобками. В конце концов, это не важно, и без них вопросов выше крыши. Вопросы сугубо профессиональных, футбольных. Вот мы их и подняли. Мы ведь футбольный канал. И странно, почему больше никому из футбольных, я подчеркну это слово, футбольных журналистов ничто подобное в глаза не бросилось.